Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате Мукалтин. Мукалтин выпускается в виде таблеток. Действующим веществом является экстракт алтая лекарственного. Мукалтин представляет собой растительный препарат, который оказывает отхаркивающее, бронхосекреторное и обволакивающее действие. Также обладает слабым противовоспалительным эффектом. Показаниями к применению этого лекарственного средства являются хронические или острые воспалительные заболевания органов дыхания. Мукалтин необходимо принимать за 30-60 минут до приема пищи. Традиционно таблетку рассасывают во рту до ее полного растворения. Можно также растворить необходимую дозу препарата в 200 мл воды, сока или другого напитка. Взрослому человеку требуется одна таблетка 100 мг 3-4 раза в день. Детям от 12 лет необходима взрослая дозировка. Длительность лечебного курса зависит от тяжести течения болезни, остроты симптомов, скорости появления лекарственного эффекта и обычно составляет от недели до двух. Во избежание трудностей с откашливанием уже отделившейся мокроты, Мукалтин не следует применять параллельно с противокашлевыми фармакологическими средствами. Мукалтин нельзя назначать детям или взрослым при аллергии к алтаю лекарственному и другим растениям семейства мальвовые. Также данное лекарство не применяют у особ с острой язвенной болезнью, эрозиями желудка и 12-перстной кишки и детям до 3 лет. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы!